В деревне Бугачева Емельяновского района в результате нападения собак ребенок лишился руки. Как сообщают следователи, мужчина вместе с семьей приехал кормить двух ротвейлеров. В вольер, где сидели животные, зашел двухлетний ребенок, и собаки набросились на него. Мальчик серьезно пострадал. С растерзанной рукой он был доставлен в 20-ю больницу в Красноярске. Травмы оказались настолько серьезными, что часть руки врачам пришлось ампутировать. На сегодняшний день состояние ребенка тяжелое. Также от укусов пострадал и мужчина. По словам очевидцев, собаки всегда были очень агрессивными, поэтому жители деревни всегда старались обходить вольер стороной. Сейчас специалисты проводят проверку. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Может, во-первых, быть не, так скажем, ненадлежащее содержание животных. Ну и, по сути дела, ребенок остался в опасности. Поэтому следователи будут устанавливать эти факты.